Борский стекольный завод, где работает Виталий Николаевич Рябчиков, изготовляет полированное стекло, которое применяется в автомобилестроении, промышленном и гражданском строительстве. Производство здесь полностью автоматизировано и механизировано. Огромный цех обслуживает смена в 12 человек. Виталий Николаевич Рябчиков и его товарищи находят новые пути для высокоэффективного использования оборудования. На сегодняшний день смена Виталия Николаевича Рябчикова уже изготовила сверх плана 93 тысячи квадратных метров полированного стекла. Такие высокие показатели у нас получаются за счет более совершенных форм и методов нашего труда. Во-первых, это снижение отходов производства. Здесь достаточно сказать, что 1% снижения отходов производства составляет 50 тысяч квадратных метров экономии полированного стекла. Также увеличение выпуска нашей продукции мы добиваемся за счет сокращения времени при переходе с одной толщины на другую. Потому что мы тянем стекло 5-мм и 3-мм. Так вот, при переходе с одной толщины на другую, мы стараемся сократить это время. А каждые минуты дают десятки, сотни, тысяч квадратных метров полированного стекла.